Среда, четверг, пятница. Ударные дни по уборке снега в Заречном. Городские коммунальные службы на этой неделе работают в авральном режиме. Трудятся на благо горожан. Стараются обеспечить комфортное, а главное безопасное передвижение по Зареченским улицам для автомобилистов и пешеходов. На улицах Заречного сотрудники КБУ и ЖСКХ трудятся целыми днями. На снегоуборку брошены основные технические силы коммунальных служб. Очищать город от снега коммунальщики начинают с самого утра. По-другому говорят, такой объем работы просто не выполнить. Сперва, конечно, трактора едут, а потом мы уже чистим. Где бывают валы, убираем проходы, чтобы прошли с колясками. 7 часов мы работаем. Только здесь около юбилейного? Нет, не то, что около юбилейного. Начинаем от Цитрона и до сюда, и до лестницы. По лестничной площадке у нас и базар ходит. После обращения исполняющего обязанности главы администрации Заречного Алексея Рябова к уборке снега подключились и сами горожане. Работники предприятий и организаций Заречного вышли на улицы города с лопатами. Благодаря совместным усилиям уборка пошла быстрее и продуктивнее. Передвигаться по улицам Заречного стало удобнее и комфортнее. Отсюда вывод – и с самой снежной зимой справиться можно, если действовать сообща. Благоустройство родного города – все же дело общее. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».